праздник, мои дорогие подписчики! Мы с вами на канале Супер Развлекательный, и я сегодня очень хочу посражаться. Знаете, в какой игре? Ну, конечно же, знаете! Эта игра называется «Бой с тенью. Часть вторая». И, между прочим, я немножечко переживаю, так как мои подписчики мне кругом и всюду писали: «Болтушечка, чтобы победить хоть кого-нибудь нормального в этой игре, тебе нужны супер-пупер крутые доспехи и каски, маски и все такое этакое». Вот как вы думаете, вместе с змеиным доспехом я бы смогла победить рысь? Ну или хотя бы его помощника. Думаю, что, наверное, бы смогла. А у меня, между прочим, вот этих кристаллов всего один. Один-одинешенек кристалл. И даже улучшить свой собственный доспех мне не хватает. Ну что ж, нагрудник Кенго и, конечно же, мое обычное кабуто-солдата. Это все, что я могу себе позволить. Так, погодите, а что у нас там с оружием? Итак, да, дубинки у меня, это все хорошо, но мне бы хотелось, конечно, какие-нибудь кинжалы, или вот такие кинжалы, или кровавый жнец. Это, наверное, просто мега-супер крутое оружие. Ну что ж, у меня есть дубинки, они, между прочим, 73, но улучшать их еще и улучшать. Ого, а меч ниндзя 33 для улучшения. Ничего себе! Мечом ниндзя некоторые мои подписчики говорили, что могли победить телохранителя или ученика рыси. А я, к сожалению, пока что не могу. Что ж, самый непрокачанный у меня, кажется, шлем. Его бы, конечно, стоило и прокачать. Давайте посмотрим. Да, действительно, шлем у меня слабоват. Ну и денег у меня тоже нету. Что ж, придется идти в хоть какой-нибудь бой, чтобы можно было заработать хоть что-нибудь. Ну, хоть какую-нибудь прокачку. Я думаю, Болтушка сегодня будет рыскать по деньгам. Так, ситуация безумно сложная. Я не хочу. Ой, зачем я туда пошла? А, нет. Я случайно нажала, ребят, честное слово. Шутница. Ребята, ну какая сейчас шутница, если это безумный вариант сложности? Она же меня сразу порубает. Вот, это первый раз было, между прочим. Ну что ж, давай. Будем, шутница, с тобой безумно сражаться. На, получай. Опа, ого. Вот так вот. Между прочим, это было сильно. На, вот так вот. Ай-яй-яй. Ого, у нее сильно просто доспехи. Вот честное слово, я сражаюсь не хуже, чем эта шутница. Но из-за того, что у нее доспехи крутецкие, она меня все-таки побеждает. Ну, вы знаете, я у нее тоже много выбила жизней. Что ж, давайте попробуем еще разочек. А если вот так вот, подсечечка, и еще раз. Ай, после подсечки это было очень сильно. А у меня плохие, у меня ужасные доспехи. Я неплохо сражаюсь, но у меня просто ужасные доспехи, честное слово. Вот так вот. И вот так. Ударила. Слушайте, ну мы почти ее победили. Реально почти победили. Ладно, друзья, я не переживаю. Раз мы с безумным уровнем, в принципе, могли бы и справиться, то, думаю, с обычными я бы смогла еще потягаться. Давайте посмотрим дуэль. Вот, нормальный уровень и смогу заработать 340. Значит, смогу кое-что себе прокачать. Что ж, я иду в дуэль. Что мне еще остается делать? Ну как, кто тут против меня? А, обычный ниндзя, точно, я вспомнила. Что ж, ниндзя, я с тобой постараюсь справиться. О нет, я забыла, что у меня в дуэли совершенно очень-очень странное оружие. Слушайте, я его даже еще не ударила, представляете? Но пишет нормально. Ай, на! Ничего себе! Вообще уже! Вот так тебе! Смотрите! Вот тебе, получай! Слушайте, я даже его кинула, и все равно. На, получай, я тебя сбила, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй! На, вот так, в голову тебе. Ай, нет, подсечка, нет! Слушайте, ниндзя, а ну давай поаккуратней. Я с тобой вообще-то сразиться хотела. 340 монет на кону. Это вам не шуточки. Что ж, ниндзя, я готова.
Почему сразу первый начинает меня бить? Это вообще уже наглёшь. А ну-ка давай, опа. Опа, мы его сразу... Ну-ка, что ты такое делаешь? На, получай. Ого, вот он, мои движения. Смотрите, он очень крутой ниндзя. Опа-па-па-па, я сейчас проиграю. Нет, только не это. Вот так тебе. Ну-ка, иди сюда. Слушайте, нормальный уровень, я вам скажу, это еще не особо легко сделать. Он, кажется, победил меня. Ну, ничего страшного. Я думаю, что в третьем раунде я смогу отыграться. Давай, вот так. Слушайте, ну это вообще беда прям какая-то. Вот так, а вот так, а вот так. Не ожидал? Бой ногой, а рукой. На, получай. Вот тебе. А он меня зажал, смотрите. Вообще, а я ему сзади. Отлично, я его срубила. И сверху, и снизу. И вот так вот. Ну-ка. Вот противный все равно ударил. Вот так. А мы тебя сбили. А мы тебя еще раз сбили. И последний удар. Ну же. Победа. Тени. В смысле, болтушки. И я получаю свою заслуженную награду. 349 монет. Ну что ж, я смогу хоть что-нибудь сделать. О, да, это будет весело. Целых 3 часа будет дуэль закрыта передо мной. Но ничего, я не переживаю, у меня 1020 монет. А ну дайте-ка посмотрим, что же мы можем улучшить. Так, вот, например, как будто солдата я бы могла, конечно, улучшить. Но, к сожалению, я этого делать не буду. Я хочу улучшить себе что-нибудь поинтересней. Кстати, я могу улучшить и нагрудник кендо, это тоже неплохо. К сожалению, купить я, наверное, ничего не смогу. А вот улучшить свое оружие 2200. Ничего себе. Да я ж столько и не насобираю. Ладно, ребята, может быть, как будто солдата мне повезет. Ого, смотрите, 40 плюс 13, 1100 монет. А здесь 53. И насколько интересно получится улучшить. Так, смотрим. Плюс 13. Это получится 180. А здесь плюс 13, да. Это не очень, конечно. Так, погодите. А если выберу вот это? Вот что у нас получается. Плюс 6 и плюс 6. Что? Давайте все-таки я попробую начать со своего шлема. Да, купить. Я хочу его улучшить. Вот так. Теперь мой шлем немножечко больше защищен. Ой, это что такое? Я что, не купила? Я его только что купила. Вот это да. Так, давайте смотреть. Ого, если я потрачу 180, я смогу улучшить. Правда, время улучшения 2 минуты, но мы можем потратить этот алмазик и улучшить прямо сейчас. У меня все равно был один единственный алмазик, и больше не было ничего. Ну что ж, вот таким вот я улучшенным могу, в принципе, я думаю, отправиться в какое-нибудь сражение. Ну, хоть в какое-нибудь. Итак, здесь это просто невозможно. В турнире, уже сложно. Так, давайте посмотрим выживание. 40. Это просто выживание. Ну что ж, попробуем турнир еще разочек. Может быть, сложно мне податься. Хотя я очень переживаю, что нет. Ну что, привет, шутница. С тобой мне все никак не удается сразиться. Ладно, будем нападать сразу. Вот так вот, как это делал ниндзя. Вот так, не даем встать. Ну, получай, ты понимаешь, вот она меня бьет и все. И очень, кстати, больно бьет. Ого, она меня сразу, если она сразу бьет вот этими штуками, она меня выбивает. Ай, мимо. Опа, а я ее кинула. Ну что, шутница, давай. Главное, чтобы она меня не била мечом. Опа, вот заразючка такая. Ну что ж, я попробую еще раз. Мечами у нее оружие прокачанное, ребята, вот реально, я вам говорю, у нее просто очень сильно прокачанное оружие. Если бы не ее оружие, она вообще меня победить не смогла. Так, погодите. Опа, ой-ой-ой, мимо. Ну что ж ты, о,
Ого, вот это была красивая шутница. Но я не сдаюсь. На тебя по ногам. Вот так вот. Ай-яй-яй. Главное не оружие. Не давай ей встать. Не давай ей встать. О, нет. Она совсем чуть-чуть. Я бы ее смогла победить. Да что же это такое? Ну что ж, по крайней мере, я уже кое-что заработала. Хотя совсем чуть-чуть, если честно говоря. Но я не сдаюсь. Я попробую еще разочек. Турнир сложно, знаю. Но 500 денюшек, между прочим, на дороге не валяются. Надо прокачать свое оружие прямо срочно. Я вам честно говорю, потому что следующий турнир, кажется, не по мне. Ну что, я готова. И сразу вот так, вот так. Не давай ей встать. Ну, подходи же. Ну, что ж ты тормозишь? Вот так вот, вот так, вот так. Ай-яй-яй, она меня бьет и сильно. О, нет. Да, нет. Да. Вот тебя получай. Ну, что ж ты стоишь на месте? Ну, да ну, что такое? Вот тебе. Все, она меня кэкнула. А, ребята, ну это невыносимо. Ну почему он стоит? Так, плохо работаем, плохо работаем. Давай, прямо сюда, в голову, прямо в голову. Отлично. Так, ну подходи же, давай, вот так, вот так. И сразу сюда, и сразу вот сюда. Я ее немножечко хотя бы... Ого, вот это удар был. Вот так, вот. Я что, сбила? У меня есть шанс, ребята, у нее попало оружие. Вот так вот, на, получай, шутница. Опа, ой-ой-ой-ой, да нет же. Вот тебе, вот противная. И сразу добиваем. Да, я ее победила. Ну, это у меня, я не знаю, как получилось у нее сразу оружие отбить. Ладно, попробую еще раз. Ай-яй-яй-яй. Да что ж такое? А, нет, тут она меня бьет и очень сильно. А, нет, ого, вот это было умение. Она сразу лупит, вы посмотрите на нее, давай. А вот так не ожидала? Вот так тебя, и вот так тебя, и сбить, и сбить, и ай-яй-яй. Вот теперь удар был проигран. Ну-ка, нельзя ко мне подходить слишком близко. О, нет, она меня кинула. На тебя, получай, получай, вот так. А, на расстояние она отходит, на расстояние, вот, вот, вот. И еще, и еще, и еще. Последний удар, давай. Да, она сложно. Я держала победу, ребята. Я просто не верю своим глазам. И я получаю эти 500 монет. Даже 510, друзья. Не может быть. Я просто в шоке, я победила шутницу. И неплохо, ты получил новый уровень, 5-й. Твои умения возросли. Это ты поднял столько шума? До этого я был главной сенсацией в нашем городке. Покажи, чего ты стоишь, нахал. Кто это со мной так грубо обращается? Это Трикстер. Ну, дружочек, я попробую тебя победить, но только если мне будут давать советы мои любимые подписчики. Именно вас я жду в комментариях с нетерпением. И я уверена, что у вас есть что мне подсказать. Тем более я совсем не знаю, как сражается Трикстер. И я очень надеюсь, что кто-то уже с ним сражался и победил. И сможет дать мне грамотный совет. Пишите мне в комментарии, я буду безумно этому рада. А еще... не забывайте подписываться на канал Супер Развлекательный и жать колокольчик. С вами была Болтушка-Веселушка. Чао, какао!